Ветхоаварийного жилья в Копейске постепенно становится меньше. Правда, вопрос о переселении из таких домов решается с неким опозданием. Вопросы расселения граждан из ветхоаварийного жилья на территории Копейского городского округа продолжают оставаться проблемными и находятся под неустанным контролем прокуратуры города. В частности, одних из проблемных домов является многоквартирный жилой дом номер 8 по улице Культуры в городе Копейске. В 2010 году данный многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. Вместе с тем, администрацией округа не принято своевременных мер в целях переселения данных граждан и предоставления им жилья на условиях социального найма в иных жилых домах. В связи с этим в 2011-2012 годах прокурором города Копейска предъявлено в Копейский городской суд в интересах 5 семей исковые заявления об обязании администрации предоставить на условиях социального найма семьям жилые помещения. Все исковые требования прокурора города Копейска были удовлетворены. На сегодняшний день 3 судебных акта находятся на принудительном исполнении в межрайонном специализированном отделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам. В начале июня текущего года прокурором города Копейска в адрес главы Копейского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона, которые выразились в длительном неисполнении судебных актов. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения. В частности, в представлении прокурором потребовано выполнить требования закона, предусматривающие обязательность исполнения требований судебных актов. Также поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности администрации Копейского городского округа. Установлено, что на сегодняшний момент администрация Копейского городского округа не имеет в собственности муниципальное жилье, которое бы отвечало требованиям решений, которые указаны в решениях суда. То есть в решениях суда указывается, возлагается обязанность предоставить конкретное жилое помещение не менее определенной площади, состоящее не менее из определенного количества жилых помещений. Вот такие помещения, к сожалению, на сегодняшний день в администрации отсутствуют. Вместе с тем, вот анализируя всю сложившуюся ситуацию, говорить о том, что администрация и должник злостно уклоняется от исполнения решения суда по культуре 8, на сегодняшний день оснований не имеется. В частности, администрация Копейского городского округа обратилась в администрацию Челябинской области, представив необходимый пакет документов для включения данного дома в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на 2013-2015 годы. На сегодняшний день этот акт еще пока что не принят, но если предложение и заявка администрации округа будет удовлетворена, то граждане из данного дома будут переселяться в 2013-2015 годах.